детективу Насонову обратился Антон Чернышов, чтобы обсудить возникшие проблемы со старшей дочерью. Вечно ковыряется в своих архивах, как червь бумажный. Одни доклады, симпозиумы на уме. Не девушка, а энциклопедия какая-то. Значит, вы решили найти жениха своей старшей дочери на сайте знакомств. А почему именно там? Ну, а где же? Вон у нас на работе одна дама, бухгалтер, в инете себе мужа нашла. А ведь не молодая уже, сороковник стукнул. Так я у нее все расспросил подробно, записал, вернулся с вахты и начал действовать. Если я правильно понял, то анкету своей дочери на сайте знакомств разместили вы. И переписку с кавалерами от ее имени вели именно вы. Ну да. Пару раз Оленьку младшенькую привлекал, я ж от жизни-то поотстал. Не всегда понимаю, что эти мужики пишут. Один пристал, как банный лист, пишет: «Запили лук». Я думал, он просит, чтоб Светка ему еды приготовила. Угу. Ну, надеюсь, Ольга вам объяснила, что он хотел все на все, чтобы Света фотографию вывесила. Ну да. На всякий случай я его в баню послал. Мало ему, что ли, фоток. Чего он еще хочет? Угу. Так и что в итоге-то? Чем закончилось? Ну, нашел я хорошего парня. Такой симпатичный, обеспеченный, намерения серьезные, да. Назначил ему свидание в кафе и поставил Светку перед фактом. Бери штукатурку, молюсь, и марш на свидание знакомиться. И она что, пошла? Послушная дочь у вас. А как же? Я же все ее эти аккаунты контролирую. Меня не забалуешь, все под контролем. Ну, видимо, все-таки не все, раз вы ко мне обратились. Я понимаю, они молодые. Познакомились, понравились друг другу. Могли и дальше вечер пойти продолжать. Поэтому, когда Света вечером не вернулась домой, я не очень-то нервничал. Но сейчас суббота, утро. Может быть, они спят еще? Но телефон молчит. Даже гудки не идут. Я, конечно, ее кавалеру тоже позвонил. Та же история. Ну, так может, они выключили телефон, чтобы им не мешали? Да понимаю я. Ну... Неспокойно мне на сердце. Как бы чего плохого не случилось. Так, давайте конкретно. Что вы хотите от меня? Я тут задним умом подумал, что я мужика этого-то и не знаю. А вдруг он маньяк какой? Найдите ее, пожалуйста. Очень я боюсь за нее. Очень. Ну, вроде симпатичная. Вот очки бы снять, было бы понятнее. А так... Действительно какой-то синий чувак. Что нам вообще про нее известно? Светлана Антоновна Чернышова, 31 год. Работница архива, кандидат исторических наук, ведет активно просветительскую деятельность и автор нескольких монографий. Ой, не люблю это чрезмерно умных женщин с такими пробивными папашами особенно. Да погоди ты, у нее еще младшая сестра есть, Ольга, на 10 лет младше. И, кстати, судя по страничке Светланы в социальной сети, сестры очень дружны. Ну так это же хорошо, значит, будет тот, кто сможет нам рассказать про Светлану. А то пока найдешь друзей и подруг вот таких научных дам, посидеешь. Главное, что по больницам и моргам тишина. Не привозили им вчера и сегодня потеряшек. А значит, есть шанс, что Светлана жива. Я вот думаю, что ее папаша зря на ровном месте кипиш поднял. Потом, когда все прояснится, ему станет стыдно, что он всех на уши поставил. Коль, а я думаю, что если человек пропал, то лучше перестраховаться. Ведь могла она вчера после свидания отцу позвонить и сказать, что у нее все хорошо. Могла, но почему-то не позвонила. Ну да, в принципе, логично. А если возникли какие-то проблемы с телефоном, она могла попросить телефон у парня, с которым была в кафе, или у кого-то другого. Вот-вот. Я ж подготовился к вашему приходу. Вот. Что это? Это пароли и явки, ну, чтобы вы сами все на сайте посмотрели, что и как. И Максима этого из-под земли достали, если он мою девочку обидел. Послушайте, вот такой вопрос. А почему вы так вот озадачились замужеством своей старшей дочери? Да не старшей, а обеих. Ну, с младшей проще. К ней через 3 дня жених приезжает. Сын моего старого друга. Хороший парень. Как увидел фотографию, сразу влюбился. А у младшей тоже проблемы с парнем познакомиться? Наоборот. Знакомиться. Да не с теми. Сейчас вот с каким-то диджеем дружит. Ну что это за профессия такая? Ну что он может заработать ею? Ну, знаете, хороший диджей неплохо зарабатывает. Да бросьте вы.
Не мужская это профессия. Всяким балбесам музыку включать, это много ума не надо. И все-таки, повторюсь, почему вы озадачились замужеством ваших дочерей? Жене покойница перед смертью обещал позаботиться о девочках. Ну и заботился. А потом вдруг подумал, профессия-то у меня опасная. Я в МЧС работаю пожарной. Но вдруг, не дай бог, что случится на вахте. Так они и без отца, и без мужей останутся. Ну вот и начал действовать. Понятно. Скажите, а где вашу дочь можно, ну, обычно застать, ну, помимо квартиры? Может быть, какое-то любимое место для прогулок или еще что-то? Да нет, нет, что вы, только на работе. Была бы ее воля, она бы не вылезала бы оттуда. Всю жизнь бы ковырялась в этих пыльных бумажках. Никогда не понимал этого. Есть! Ой, Алексей Викторович, я нашел адрес этого самого Максима, ну, жениха с сайта знакомств. Не понимаю, что в нем Чернышов нашел. По-моему, пивной красавчик. Ну, молодец, нашел. Поехали, поговорим с ним. А вы не боитесь, что мы его разбудим? Вернее, не так. Вы не боитесь, что мы их разбудим? Ну и замечательно. Так нам же проще. Отчитаемся перед Чернышовым, что дочь в надежных руках, и все, и отклонимся. Так, Наташ, а ты давай на работу к Светлане. Твоя задача выяснить, была она там вчера вечером или нет. Ну, у кого я буду справки наводить? Ведь архив, кажется, в субботу не работает. Или я ошибаюсь? Заодно все точно и выяснишь. Давай, поезжай. Одна нога здесь, другая там. Угу. Сейчас только адрес уточню. Поехали навещать этого жениха с сайта знакомства. Поехали. Максим не слишком обрадовался приходу детективов. Так, ну где Светлана? Какая Светлана? Опа, а это Светланин? Ну, вообще-то могла бы отцу позвонить, а то он там нервничается, убивается, не знает, где его дочь. Вообще-то это моя жизнь, мое личное дело. И меня бесит, когда посторонние туда суют свой нос. Ну, когда речь идет о пропаже человека, это дело уже полиция. Хотите с ними общаться, пожалуйста. Или есть вариант нам рассказать, где сейчас Светлана. Я что-то не очень понимаю, о чем вы говорите. У меня знакомых девок много, я не могу их всех запомнить. А той самой Светлане, с которой вы вчера вечером ходили на свидание, и которая, судя по всему, ночевала в этой кровати. А, это недотрога. Да я всего с ней 5 минут пообщался, не больше. Потом чуть не схлопотал по физиономии, и наше рандеву закончилось. Так чем же вы так девушку-то напугали? А девушка была ваша крайне удивлена, узнав, что я выбирал себе любовницу, а не будущую жену. Угу. Ну и зачем тогда на сайте знакомств вы написали, что ищете серьезных отношений? А вы подумайте, потому что только бы шлюхи откликались. А здесь был хоть маломальский шанс подцепить себе нормальное. Феноменальная логика. Отношения закончились, так и не начавшись. Да я бы с огромным удовольствием. Да и девушка была такая, то, что нужно. Я даже себе не представлял, что она такая. И все, и фигурка точеная, и личико приятное. И тридцатники ей вообще не дашь. Ну, я ее по коленке погладил, да и в общем-то все. И дальше что было? Едва по морде не получил. Потому что она наорала на меня, обозвала озабоченным, грозилась своего папашу на меня натравить. Но потом гордо взяла сумочку и удалилась. Ну, судя по всему, эту ночь вы здесь не один провели. С кем, если не секрет? А я человек свободный, обязательствами не обремененный. Ну, я в том же кафе сговорчивую ляльку снял и вперед. То есть вы утверждаете, что сюда Светлану вы не приводили? Да я клянусь вам, не был ее здесь. С другой тёлкой я был, с другой. Если не верите, сходите в кафе, спросите. Я там до поздней ночи с ней ошивался. Да не переживай, не переживай. Проверим, спросим, узнаем. Еще вопрос, почему телефон у тебя выключен? А это мой второй номер, который я завел для сайта знакомств. Я не хотел, чтобы папашки всяких недотрог мне звонили и настроение портили. Ну надо же, как предусмотрительно. Пойдем. К детективу Насонову обратился Антон Чернышов. С целью выдать замуж свою старшую дочь Светлану, он через сайт знакомств нашел некоего Максима. Чернышов настоял на их свидании, после чего Светлана не вернулась домой. Антон волнуется за дочь и просит детективов найти ее. Тем временем Наташа пыталась попасть в архив, где работала пропавшая Светлана Чернышова. Ну чего дергаешь? Чего стучишь? Специально для таких слепошарок, как ты, написано. Суббота и воскресенье, выходные. Работает только в будние дни. Простите, а вы, собственно, кто?
А я, собственно, завхоз Зоя Семеновна. А вот кто ты, я даже знать не хочу. Что ж вы такая неласковая, Зоя Семеновна? Я, между прочим, не просто так, я по делу пришла. Скажите, а как я могу найти Светлану Чернышову? А ты кто такая, чтобы я тебе информацию о ценных сотрудниках выдавала? Так я ее коллега из Питера. Нам нужно обсудить ее доклад на конференции. А вот в понедельник приходи и обсудишь. Она как раз в архиве с самого утра торчит. Понятно. А вчера вечером ее здесь не было? А я за людьми не слежу. Я за имущество отвечаю. Понятно. А что же вы сами сюда пришли, раз у вас сегодня выходной? А я вовсе не сюда. Я мимо шла. А тут смотрю, дверь с петель срывают. Ужас, до чего люди наглые пошли, а сами даже читать не умеют. Ну, в целом, слова Максима официанты подтвердили. Вот, дали запись камер видеонаблюдения. В офис поехали. Ну да. Там спокойно сейчас отсмотрим все, что здесь вчера вечером происходило. Если честно, я словам этого бабника вообще ни на грош не верю. Да уж, нашел Чернышов, кого выбрать в мужья своей дочери. Неужели он ничего не видел? Или он купился на слова о серьезных намерениях? По-моему, он просто первостепенный пикапер. Вот-вот. Беда с этими мужиками в возрасте, которые лучше всех окружающих знают, чего тебе надо. Поехали. Наташ, ну что у тебя там с архивом? Ну что, ожидаемо. Ничего особенного. Там такая грубиянка работает, Зоя Семеновна. Она ни за что, ни про что на меня наехала. Так подожди, подожди. Светлана вчера вечером на работу возвращалась или нет? Либо эта Зоя толком ничего не знает, либо она просто из вредности не говорит. Мол, приходи в понедельник, сама все узнаешь. Ну ладно, давай пока видео из кафе посмотрим, проверим, обманул нас Максим или нет. Сейчас сделаем. Подождите, а вот мне сейчас одному показалось, что эта девушка не Светлана. Да мне тоже. У нее очков нет и прическа другая. Погодите, а я ее узнала. Это же Ольга, младшая сестра Светланы. Вот она. Так, это что получается? На свидание вместо старшей дочери пошла младшая. Фу. А учитывая, что сестры дружат, сделали они по обоюдному сговору. Но куда же тогда делась Светлана? Ну что мы вообще будем делать? Ну, я пойду к клиенту, еще раз с ней поговорю. Заодно попробую побеседовать с его младшей доченькой. А мы? Ну, поехали со мной, если вдруг Ольга еще не вернулась домой, поможет ее найти. Никогда себе этого не прощу. Никогда. Я должен собираться и срочно ехать. Да что случилось-то, Антон Сергеевич, объясните. Да только что в новостях передали, в парке нашли мертвую женщину с пробитой головой. Я чувствую это, Светка. Я чувствую, этот маньяк с ней что-то сделал. Я, идиот, сам отдал ее ему в руки. Так, спокойно, давайте без паники. И вообще, на свидание в кафе пошла не Света, а пошла ваша младшая дочь Оля. И свидание-то продлилось у нее около 5 минут. Она бросила этого незадачливого кавалера и правильно сделала. Подождите. Они что, меня обманули? В кафе была Оля, а не Света? Именно так. Ну зачем? Я не понимаю. Ну вот это лучше у самой Оли спросить. Вы позвоните и попросите прийти домой. Кстати, где она? Да, вчера пошла на день рождения к подруге. Ну, по крайней мере, мне она так сказала. Она не отвечает. Не отвечает. А вдруг это она в парке? Ой, слава богу, а этого ты зачем сюда притащила? Я же сказал, что не хочу видеть этого перца у себя в доме. К тебе Ваня скоро приедет. Вот и ешь своего Ваню с кашей. И вообще, нечего устраивать тут домострой. Короче, Илья теперь мой муж. Мы сегодня с ним расписались. Вот. Как?
Ясно? Жить мы будем у Ильи. Ване я что скажу? Я не знаю. Это твои проблемы. Я Ваню у тебя не заказывала. Ну, по крайней мере, хотя бы одна из сестер Чернышовых нашлась. Ваша сестренка решила устроить свою личную жизнь сама. Ну и правильно сделала. Хотя вопрос остается прежним. Где Света и почему ее телефон выключен? Ну да. Простите, вы про Свету Оли Чернышовой говорите, ведь так? Ну да, верно. А вы их подруга? Нет, скорее соседка. Я со Светкой в одной школе училась, правда, на год младше. А с ней что-то случилось? Пока непонятно. Дело в том, что она со вчерашнего дня не выходит на связь, и никто не знает, где она. А вы? Ариадна или просто Ада? Ариадна, очень приятно. Скажите, может быть, вы знаете тех, с кем Света общается? Ее друзей, подруг? Я так не скажу. Хотя пару раз я видела, как ее подвозил мужчина, вполне себе симпатичный, чуть постарше Светы. И вы думаете, это ее бойфренд? Нет, они не пара. Хотя жаль, мужчина такой интересный и так заинтересованно на Светку смотрел. Я такие штучки на раз просекаю. Но она на него ноль внимания. Она и вообще такая из школы была неприступная. Ее отец говорил, что Света книжный червь и синий чулок. Да дядя Антон самодур. Я же помню, как он еще в детстве девочек строил. Они его командировок как маны небесной ждали. И что, сейчас они тоже бунтуют? Ну, Ольга, да, Светка отмалчивается и предпочитает делать все по-своему. Она вообще, знаете, еще в детстве была такая несклонная к откровенности, я ей поэтому всегда завидовала. Почему? Ну, не знаю, мне вот нравится с людьми общаться, узнавать, как у них дела, про себя рассказывать. А Светка, она вот бывает молча на тебя посмотрит, и сразу ощущаешь себя полной дурой. А мне вот нравится с людьми общаться. Вот я сейчас в декрете сижу, мне так скучно, я уже на работу так хочу выйти, а у меня они сейчас такие дорогие, вот радуюсь любому общению. Понятно. Скажите, а когда вы видели последний раз свою сестру? Вчера. Она пришла с работы, переоделась, как для кафе. Ну, чтобы папа отвязался. И мы пошли. Я как будто на день рождения, а она типа на свидание. Ты понимаешь, что ты все испортила? Да что все? Ты бы видел, какого ты ей козла подобрал. А я тебе предупреждала, что на сайте все подобные ему мужики врут про себя от начала до конца. Да этот нормально про себя написал. Да папа, да ты как с луны свалился. Ты хоть заметил, какая у него бурная переписка с кучей баб была? Ну не будет себя нормальный мужик на аватарку ставить с плюшевым мишкой в руках. Ну это ж голимый развод для лохушек. Так все, стоп. Про Максима вы папе потом расскажете. Как вам в голову пришла идея с подменой? Не могла же я допустить, чтобы Светка подставилась из-за папы. И Света, и папа не приспособлены к современной жизни. И я сама была в шоке, когда узнала, что он придумал. Ты бы видела, какого он тебе дебила подобрал. Никуда я не пойду. Расслабься. Ты думаешь, папаша просто так от тебя отстанет? Не пойдешь, он же нудеть начнет. Ах, была бы жива мама, что бы она сказала? Ах, у меня больное сердце, я должен успеть увидеть внуков. Шантажист чертов. Слава богу, папа у нас здоров, как лось. Внуков ему. Вот ты нарожай, от меня отвяжитесь. У меня работа. Между прочим, диссертация о историческом подходе в правоведении. Да плевать на твою диссертацию. Если твой несостоявшийся жених напишет обиженное письмо, почему ты не пришла на свидание, в исполнении папаши будет просто атомный взрыв. Ну и пусть. Я все равно не пойду. Нет. Проблему надо решить раз и навсегда. Он же ведь меня заставляет искать тебе жениха. И что мне теперь? До конца своей жизни сидеть на этих сайтах, изучать будущих кандидатов тебе в мужья? У меня, между прочим, своя свадьба. Антон Чернышов решил выдать замуж свою старшую дочь Светлану. Он настоял на ее свидании с неким Максимом, после чего она не вернулась домой. Однако детективы выяснили, что на свидании была младшая дочь Антона, Ольга. Где находится Светлана, неизвестно, ее телефон не отвечает. И кто-то мне еще говорит про атомный взрыв. А ты в таком случае что собираешься устроить? Ай, папа же твоего Илью терпеть не может. Он тебе жениха с севера выписал. Да хоть из Америки. Мне этот сынок к
какого-то там друга вообще фиолетово. Пусть катится обратно. А раз отец меня не спросил, вот пусть извиняется сам. Понимаешь, я не хочу на это дурацкое свидание идти. Я боюсь. Ну, что я буду говорить? У меня опыта нет. Но самое главное, я не умею отказывать людям. Отказать? Только и всего. Делов-то на 5 минут. Уж то-что, а отгружать мужиков я умею просто великолепно. Так, может, ты этого отгрузишь, раз нам всего 5 минут понадобится? Ладно, а ты мне за это отдашь свои итальянские туфли? Ну, сама говорила, что они тебе маленькие. А я так и быть, схожу вместо тебя на свидание, отгружу этого мужика. Совсем они мне не маленькие. Я, между прочим, их разносила. Ой, вымогательница. Ладно, забирай. Что, прямо сейчас заберешь? Да нет. Я теперь просто знаю, что они мои. Вот и все. Я пошла в кафе, а Светка по своим делам. Ну, теперь скажу, что мы тебе разбили сердце и бла-бла-бла. Оля, Свету нашли в парке с пробитой головой. Что? Да этого не может быть! Так, стоп! Антон Сергеевич, зачем вы сейчас это сказали? В парке нашли неопознанную женщину, труп. С чего вы взяли, что это Света? Так нужно поехать посмотреть. Ну, конечно, проще поехать посмотреть, чем себе здесь ужасы придумывать. Пап, ты с нами? Ну, конечно! Иначе я с ума сойду от неопределенности. Ну, зато теперь я понимаю Максима, почему он поступил именно так с Ольгой. Конечно, вместо 30-летней Светланы на свидание пришла ее младшая сестра. А я думаю, что Ольге такое поведение было только на руку. Она и рада, что он руки распускать начал. Ничего придумывать не пришлось, чтобы уйти. Ну, осталось узнать, чье тело нашли в парке. Если это тело Светланы, то... Да. Ну что, теперь убедились, что это не она? Ну да. Этой женщине в морге лет под 45, и выглядит она как бомжиха. Ну, значит, возвращаемся опять туда, с чего начинали. Как вы думаете, куда вчера вечером могла пойти ваша сестра? Не знаю. Она сказала, что по делам. Мало ли, какие у нее могли быть дела. Может быть, в институт какой поехала или на выставку тематическую пошла. А вы как думаете, куда могла деться ваша дочь? Я мало что знаю. Она вся в науке. Могла и на работу пойти. Она вечно до глубокой ночи на работе торчит. Сколько раз я ей звонил и напоминал, пора домой, пора домой. Кстати, да, когда Светка чем-то увлечена, она теряет чувство времени. Сколько раз уже из-за этого опаздывала даже. На работе мы были, там никого нет, и дверь заперта. Ладно, давайте так. Вы сейчас идите домой. Как только у меня будут новости, я сразу вам позвоню. Спасибо. Пока. Коль, Наташ, подойдите. Ну что, я снова здорово. И Чернышов, и Ольга считают, что Светлана вчера вечером отправилась к тебе на работу. Погодите, но я ведь там была сегодня. Там закрыто и никого нет. Значит, сейчас поедем, проверим еще раз и попросим кого-то из сотрудников архива, что нам открыли дверь. Ну, я не думаю, что эта Зоя Семеновна пойдет нам навстречу. Уж очень она вредная тетка. Ну а что там, кроме нее никто не работает? Значит, надо искать других сотрудников, у кого есть ключи, кто может открыть дверь. Вот и все. Сейчас выясню только. Чуть-чуть подождите, посмотрю их актуальные номера телефонов. Давай только быстрее, да? И так уже полдня потеряли. Детективам удалось связаться с научным сотрудником архива Тарасом Прохоровым. Я сразу же приехал. Да, спасибо вам большое. А вы не подскажете, Светлана вчера вечером заходила сюда на работу? Конечно, заходила. Я сам ее здесь видел. А при каких обстоятельствах? Понимаете, мне всегда нравилась Света. Ну, так получилось, что я встречался с нашим завхозом. С Зоей Семеновной? С этой хамкой? Ну, вы даете. Ой, простите. Ну да. Я давно ей хотел сказать, что между нами все закончено. Но никак не находил подходящего момента. Вчера так случилось. Света задержалась и... Светлана Антоновна, Света,
Вы сегодня просто ослепительны. Вам так идет этот наряд. Что вы хотели, Тарас Олегович? Вы Зою Семенову не видели? Ой, как непривычно-то на каблуках. Редко ношу, вот и результат. Тарас, кобель драный, ты что творишь? Так можно без этих безобразных сцен обойтись? Да? Ты здесь чужую бабу лапаешь, а я должна молчать в тряпочку? Значит так, самое глупое, что я в своей жизни сделал, это встретил тебя, связался с тобой. Наверное, помутнение разума было. Не иначе. Да ладно! А чего же у тебя помутнение не случилось, когда ты подарки от меня принимал? Вот это вот тебе кто подарил? А часы? А джинсы? Я, наверное, пойду. Не хочу мешать вашей семейной ссоре. Нет, Светлана, останьтесь. Уйду я. А ведь я звонила Зое Семеновне, но она даже разговаривать со мной не стала. Трубку бросила. Я потом ей перезванивала, но она уже телефон отключила. Зоя Семеновна суровая женщина. Угу. Ну ладно, с вашей возлюбленной мы потом разберемся. Откройте архив. Да. Света, что случилось? Я уже звала. Кричала, что было сил. Сиди. Как голова кружится, и пить очень хочется. Как же так? Что же такое-то? Сейчас принесу тебе воды. Одну секунду. Наташа, вызывай скорую. Помимо обезвоживания, здесь, похоже, еще сотрясение. Кто же вас так приложил? Зоя? Да, она набросилась на меня, как сумасшедшая. В скорую я позвонила, они скоро приедут. Угу. Похоже, это Зоя Семеновна, как ее там? Штольц. Зоя Семеновна Штольц будет иметь сегодня долгий неприятный разговор в полиции. Причинение телесных повреждений и плюс еще незаконное лишение свободы. Ну да, такое оставлять безнаказанным просто нельзя. Поэтому позвони, выясни, кто сегодня дежурит. Я хочу, чтобы все было оформлено как положено, чтобы ни один адвокат потом не подкопался. Угу, сейчас займусь. Я даже испугаться не успела. Все как один дурной сон прошло. То кричу, то сплю. И перед глазами все плывет. Бедная моя. Никогда тебя больше не оставлю. Слышишь? Теперь все будет хорошо. Скорая уже едет. Никогда себе этого не прощу. Что именно? Что я оставил ее вчера, после всего этого. Убедившись, что здоровью Светланы ничего не угрожает, Насонов собрал ее близких людей. Вместо свидания в кафе вечером Светлана отправилась на работу, ну, чтобы подготовить кое-какие материалы. А если точнее, собиралась заняться своим любимым делом, поработать с архивами. Ну да. Света хотела подготовить доклад, посвященный 300-летию нашего города. Но в тот вечер она оказалась не единственной, кто собирался там поработать. Я уже хотел уходить. Увидел свет в хранилище. Пошел посмотреть. А там Светочка. Вы так нежно ее называете? Света для меня как свет в окошке. Я столько раз пытался, чтобы она обратила на меня внимание. Даже несколько раз приезжал на машине. Дождливая погода. Чтобы отвезти ее домой. Но она... Света влюблена в науку, в историю. Я так надеялся, что в ее жизни найдется место для меня. Как плохо, что так все получилось. Так что случилось-то? Меня в палату к Светке так и не пустили. Сказали просто, что все под контролем и волноваться не из-за чего. Да, и почему у нее голова разбита и сотрясение? Ну, на этот вопрос я вам смогу ответить. Света мне все рассказала по дороге в больницу. Что вы себе позволяете? Слышь, метелка драная, еще раз к чужому мужику полезешь, мало не покажется. Поняла? Я слов на ветер не бросаю. Средневековье какое. Вы сначала между собой разберитесь, а потом уже ко мне цепляетесь. Что, очень умная, да? Да что вы ко мне привязались? Слышь, ты что думала? Можно безнаказанно хвостом крутить, и тебе за это ничего не будет? Ты думаешь, я не вижу, как ты вырядилась? Каблуки нацепила? Да отцепитесь от меня, сумасшедшая баба. Я полицию вызову, слышите? Вызывай. Давай, звони теперь, пока не надорвешься. Ну, хватит. Это перешло уже всякие границы.
Вот посиди теперь, подумай над своим поведением. Ну, в общем, когда она очнулась, пыталась позвать на помощь, но, увы, помещение подвальное, окошек нет. Позвонить тоже она не смогла, потому что мобильник был разбит. Ужас какой, бедная Светка. Да она просто больная, эта ваша Зоя Семеновна. Берете на работу, кого попало, да еще завхозом. Увы. Зарплата у нас маленькая, и найти человека на эту должность практически невозможно. А Зоя Семеновна чем-то у нас понравилась. Но все мы прекрасно понимаем, что не чем-то, а кем-то. И вас она, скорее всего, заметила еще при приеме на работу. Поэтому решила, что это ее шанс. Если бы я знал, что все так получится, никогда бы не оставил Светочку с ней. А я давно говорил, если баба вовремя замуж не вышла, жди от нее каверзы. Папа! Не стоит вам так давить на дочерей. Вы же видите, что из этого получается. Но я же хотел как лучше. Я же обещал их матери, что позабочусь о девочках. Да ваша забота больше на диктат похожа. Младшая вон уже взбунтовалась. Хотите, чтобы старшая характер показала? Ну, что же мне делать? Ну, что вам делать? Любить дочерей такими, какие они есть. И принимать их избранников. Даже если вам лично они не нравятся. В отношении Зои Штольц возбуждено уголовное дело. Тарас каждый день навещает Светлану в больнице к радости ее сестры и отца. Пятый канал представляет. В агентство обратился Станислав Соболев с просьбой найти его первую любовь Вику Чижову. До 13 лет меня растила бабушка. Мы еле концы с концами сводили, я чужие вещи донашивал. Ребята во дворе, одноклассники, все издевались. А родители? Отца я не знал, мать умерла. Мы с бабушкой жили в поселке городского типа Луговое. А Вика была нашей соседкой, на год младше меня. Она меня вечно голодного подкармливала, карандаши цветные дарила. Это было счастье. Она из состоятельной семьи? Нет, она просто добрая. Она ветеринаром стать хотела. Если бы не она, меня бы еще в детстве стая диких собак загрызла на свалке. Сейчас в квартире у Чижовых живут другие люди, а в поселке никто ничего не знает. Вы сказали, что до 13 лет вас воспитывала бабушка, а потом? Потом бабушка умерла, а тетка забрала меня в Москву. И с тех пор вы Вику не видели? Нет, но я все время о ней думаю. Сейчас у меня все в порядке. У меня свой бизнес, бутилированная вода, квартира, машина в Москве. А с личной жизнью как-то не ладится. Я и решил. А вы не думаете, что девочка могла измениться? Нет, если она изменилась, я просто скажу ей спасибо. Но если она все та же, я был бы рад. Детективы выяснили, что семья Чижовых переехала из поселка в город, и Насонов приехал по новому адресу. Любимая работа, учеба. Ей не до старых друзей. Давайте сделаем так. Я все равно телефон Стаса оставлю. А Вика уже сама решит, звонить или не звонить.
Мамуль, я пришла. Заскочила в кондитерскую. Купила твои любимые пирожные. Здравствуйте. Видимо, кстати. У нас гости. Здравствуйте, Юка. Меня Алексей зовут. Я частный детектив. Меня попросил тебя найти Стас Соболев. Очень хочет с тобой увидеться. Стас Соболев? Я что-то... Ну, я же вам говорила, у Вики новая жизнь. Ей не до старых привязанностей. А в любом случае, телефон Стаса я оставил. Если хотите увидеться, то он остановился в отеле Universe Home. Это новый, который шикарный, такой пятизвездочный. Ну да, Стас успешный бизнесмен, можешь себе позволить. Вик, ну вспомни, Стас Соболев. Ну, помнишь? Ну, конечно, Стас Соболев, я помню. Спасибо вам большое. Викуся обязательно ему перезвонит. Может быть, с нами на чай с пирожными? Нет, спасибо большое, я спешу. До свидания. Викуся, проводи. Лар, ну кто так приглашает, а? Алексей Викторович встретился с клиентом у отеля. У нас есть новый адрес Чижовых, и новость не очень хорошая. Вика вас еле вспомнила. Это ожидаемо. 11 лет прошло. Глупая была затея. Может, не такая глупая. Вон, смотрите, кто идет. Вы хотите сказать, это Вика? Не узнаете? Я ее 12-летней девочкой помню. Она так похорошела. Привет. Привет. Через месяц Стас Соболев снова пришел в офис. Мы с Викой подали заявление в ЗАГС. Сейчас живем вместе. Я квартиру снял. Поздравляю, только вы выглядите не очень счастливым. Сегодня утром я случайно услышал телефонный разговор Вики. Она говорила кому-то: «Давай встретимся, пожалуйста». А через паузу: «Я тебя люблю. До завтра». Вы у нее не спросили? Я побоялся узнать правду. Поймите, у нас через несколько дней свадьба. Я должен знать точно. Простите, мне надо бежать. Мне на фирме без меня бардак. Приходится работать по телефону. Вы не будете возражать, если мой помощник в квартире у вас установит скрытую камеру? Без проблем. Алиса, надо будет сделать детализацию телефона Вики. На следующий день помощники установили наблюдение за Викой. В свой обеденный перерыв она приехала к дому, где жила со Стасом Соболевым. Вчера утром Вика звонила отцу и какому-то Евгению Зорину. Ну, не какому-то. Евгению Дмитриевичу Зорину, 22 года, выпускник детдома номер 2. Работает таксистом. Да ты поработал. О, да. И наверняка этому самому Зорину она и сказала: «люблю». А могла сказать и папе. Алексей Викторович говорил, что у Вики к отцу очень теплые чувства. Ага, отцу. Что я говорил? Любовные утехи в обеденный перерыв. Да, любит бедного детдомовца, а выходит замуж за богатого Стаса. Кому звонишь? Соболеву. Станислав? Да. Вы могли бы подъехать на квартиру? А, ну Вика не одна. Угу. Соболев попал. Возит тещу за покупками, но обещал подъехать, как только сможет. Так, сейчас посмотрим. Я тут женихом живу. Скоро свадьба. Охренеть. Ты меня сюда позвала это сообщить? Я хотела, чтобы ты от меня узнал. И на том спасибо. Совет да любовь. Я сваливаю. Ты даже не спросишь, кто мой жених? Космонавт. Папа римский, да? Все. Стас хороший парень. Ты должен быть рад за меня. Да я рад. Все? Можно идти? Жень! Жень, ну пойми меня, Жень, я не могла по-другому.
нас гости? Ну что, Викуль, представь нас. Женька Зорин, мачо, альфа-самец, покоритель тёлок. Женька! Альфа-самец, а? Ребята, а что, приехал кто-то, да? Вика, ну, что, Вика, все готовы? Ты а? Мне в могилу сведёшь. Мама, Женя, просто друг. Просто друг? Это ребят, этому другу в любви признавалась, да? Да, в любви. Она мне только что сказала про вашу свадьбу. Это правда? Ну что, инцидент исчерпан? На свадьбу пригласите? Считай, что уже пригласил. Большое спасибо. Молодцы. Пойду закрою дверь. Такое ощущение, что Вика уходит замуж за Стаса ради мамы. Я тоже так думаю. Соболев на взводе из-за любовника в квартире, а Вика не ему, а маме объясняет, что Евгений для нее просто друг. Что, дело можно сдавать в архив? Евгений Зорин никакой не любовник, в свадьбе быть, а тещу не выбирают. Молодой успешный бизнесмен Станислав Соболев попросил детективов разыскать его первую любовь, Викторию Чижову. Детективам удалось ее найти. Стас сделал Виктории предложение, и она его приняла. Незадолго до свадьбы Стас услышал, как его невеста в телефонном разговоре признается кому-то в любви. По его просьбе детективы установили наблюдение за Викторией и вскоре сообщили Станиславу, что девушка пришла домой не одна. Однако Виктория объяснила жениху, что пригласила своего давнего друга. Детективы думали, что уже не увидят Стаса Соболева, но через 5 дней он снова пришел в офис. Вика пропала. Как, когда? Позавчера она уехала к родителям. Ну как это перед свадьбами делается? Я в Москву мотался, тетку привез. Она, родители думали, что она у меня, я думал, что она у родителей. А свадьба когда? Сегодня. Я ее возле ЗАГСа стоял, ждал, она не пришла. На телефон не отвечает, ее нигде нет. Я домой съездил, я к родителям съездил. Ее вообще нигде нет. Вы Зорина на свадьбу приглашали. Он приезжал к ЗАГСу? Нет, его тоже не было в ЗАГСе. Лариса Павловна говорит, что мы дураки, если поверили, что у нее к ней просто дружеские чувства. Они влюблены и просто сбежали. Я в этом не уверен. Петь, с тебя сводки происшествий, больницы. Алис, надо установить местонахождение телефона Вики. Едем. Едем. А, ни вы, ни Стас не видели Вику уже 2 дня. Как вы думаете, в чем она могла быть одета? Я не знаю. У нее половина вещей дома, половина у Стаса. Свадебное платье на месте. У нас в квартире нет ее замшевого пальто, сумочки, золотой цепочки и золотого браслета. Я Вике подарил. Сейчас проверим. Давай посмотрим. Нет. Скажите, а у Вики были с кем-нибудь конфликты? Нет, не было. Это все Женька детдомовец. И я предупреждала, что он на нее плохо влияет. Да при чем тут этот мальчишка? С ней что-то случилось, Лара? С ней случилась плохая компания, Толя. Алексей Викторович, а зачем вы поставили камеру в квартире у Чижовых? Да ситуация в семье какая-то странная. Мать не переживает о том, что дочь пропала, а наоборот ее обвиняет. Что вообще за отношения Вики с матерью? Ну, в детстве Вика рассказывала, что у нее были сложные отношения с родителями, что они ее не понимают. Но сейчас она просто идеальная дочь. Всю зарплату матери отдает. Это и очень сильно зависит от ее мнения. Не ожидал, что она будет такая. Вы разочарованы? Да нет, я просто удивлен тому, как способны меняться люди. Я люблю ее. Ну, это самое главное. Как только что-то узнаю, я позвоню. Спасибо. В больницах и моргах помощники не нашли девушку с приметами Вики. Они начали прочесывать зону, где были зафиксированы последние координаты ее телефона. Смотри, пуговица. Женская. Надо Стасу показать, может, узнает. Стас дорого приодел Вику, поэтому, я думаю, могли ограбить. Я займусь этим. Может, браслет всплывет в интернете. Смотри, кровь. Сопротивлялась. Могли и убить, а труп спрятать. И что теперь, все подвалы обходить и канализационные люки вскрывать? Отнесем кровь на экспресс-тест, а там видно будет. Алексей Насонов приехал к дому Евгения Зорина.
Вы, собственно, кто? А я, собственно, частный детектив. Ну, а на кой я вам сдался? Вика говорил, что я лучший друг, а ты даже в ЗАГС не приехал. Да какая там дружба, когда я ее люблю, а она чужая невеста. Ну, я хотел приехать, правда. Даже шампанское купил, хотел в ЗАГС привезти. Даже в машину сел. Ну, не приехал. Тут праздную. Женя, а где Вика? Замужем. Хватит прикалываться. Вика пропала. В смысле? Она в ЗАГС не пришла? Вот именно. Ну что ты смеешься? А если с ней что-то случилось? Что? Ну, в смысле, вы давно с ней знакомы? С третьего класса. Вы учились вместе? Нет. На катке познакомились. Есть хоть одна идея, где она может быть? Ни одной. Похоже, Вика-то тебе не очень доверяла. Да она мне. Это провокация. Я на такое не поведусь. Вот не дай бог, что-то с Викой случилось, ты сам потом себе не прости, что не помог. На следующий день Насонов приехал к клиенту и застал у него Евгения Зорина. А ты что здесь? Вспомнил, где Вика? Нет. Пришел к этому жениху сказать, что я ни при чем. Вы ведь все думаете, что я ее от Стаса прячу, да? Да лучше бы прятал бы. Посмотрите, пожалуйста, эта пуговица может быть от пальто Вики? Нет, у нее кнопки на пальто. Да не могла, не могла она свадьбы испугаться. Ну не могла. Вот. Посмотрите. Что это? Это ее дневник. Она там пишет, как через год после моего отъезда, как она скучала, как она любит меня. Она мне его подарила сразу после ссоры вот с этим. Думаешь, если денег много и черканула тебе пару слов в соплячестве, так все, любовь до гроба, да? Слушай, что-то о тебе лучшем друге, она там вообще ни слова не написала. Да? Да? Все, тихо, присядь. Вы как дети прям. Стас, надо писать заявление в полицию. Да, конечно. Но вы тоже же будете искать, я вас прошу. Да, конечно, буду искать. Я вот это заберу. Алексей Викторович, зачем вы читаете этот дневник? Его же писал ребенок, что там можно найти. Да я хочу понять характер Вики. Не понимая человека, сложно его искать. И что, дневник помогает? Да наоборот, запутает. Зорин сказал, что он знаком с Викой с 10 лет. А Вика про него вообще ничего не пишет. И пишет, что после отъезда Стаса она очень одинока. Первая любовь. Вот после Стаса она не может воспринимать других мужчин. Опаньки, ау. Чижовых скандальчик. Эгоистка она. Да где она эгоистка? Деньги она, видите ли, не хочет клянчить. Ты видел ее лицо, когда я попросила об этом. Слушай, может быть, нужно было вообще ее припугнуть? Вот рассказать, что будет, если она деньги не достанет? Вика все сделала, как ты хотела, и свадьбу ускорила, ну. И на свадьбу свою она не пришла, защитничек. Да у Зинаиды она. Раны свои несуществующие зализывает. Залижет и вернется. Не могу найти свой старый телефон. Зачем он тебе? Да там телефон Зинаиды забит. Очевидно, что Вика должна была попросить деньги у Стаса. Для этого Чижовой понадобилась свадьба, причем срочно. Тогда, может быть, она действительно не выдержала и сбежала к этой... к Зинаиде? Ну, займись тогда Зинаидой. Может, Зорин знает? Алло, Евгений, это вас беспокоит помощница частного детектива Алексея Викторовича Насонова? А, нет, еще не нашли. Есть разговор. Да, спасибо, сейчас подъеду. Поехал. Я не думаю, что Вика сбежала. Она во всем потакает родителям, такие не сбегают. А что, это похищение? Но
Родители Вики, они простые люди. Папа инженер, мама учитель французского. С них нечего взять. Ну, на первый взгляд, вроде да. Убийство. Но труп не нашли. И пришли анализы крови с того места, где отключился телефон Вики. И это кровь животного. А телефон мог просто выключиться на морозе. Надо выяснить, на что Чижову нужны деньги. Причем деньги нужны позарез. Взять их должна была Вика. Сама Чижова про Стаса ничего не хотела слышать. Она помнила, что это нищий мальчик. Но как только узнала, что у Стаса есть деньги, и Вику заставила его вспомнить, и Вика очень быстро согласилась на свадьбу. Я думаю, тоже под давлением матери. Так. Получается, я сажусь Чижовой на хвост. Давай, и сделай так, чтобы она тебя заметила и понервничала. Петр дождался, когда Лариса Чижова вышла из дома и, не скрываясь, пошел за ней. Тебя алкаш послал, чтобы за мной следить, да? Небось, еще и денег обещал, если из нас выудит, да? Вот. Вот смотри, мы ищем варианты продать квартиру, так что передай своему алкашу, что нам нужно время. Детектив Насонов приехал на съемную квартиру клиента. А вот эту вот записку кто писал? Вика. Я возьму? Да ради бога. Скажите, Стас, Вика никогда не просила у вас деньги, крупную сумму? Нет, никогда. В чем дело? Извините. Да, опять. Алкаш? Ну, давай, давай, продолжай наблюдать. Стас, у меня к вам просьба. Предложите Чижову материальную помощь. Они что, нуждаются? Вот это надо выяснить. Если у них серьезные долги, то Вику могли похитить. Ясно. По просьбе Стаса Соболева детективы вели поиски его пропавшей невесты Виктории Чижовой. Она не пришла на собственную свадьбу. Предположение, что она сбежала с другом детства Евгением Зориным, не подтвердилось. Когда детективы узнали, что родители Вики боятся какого-то алкоголика и срочно ищут деньги, появилась новая версия, что с Викой могла случиться беда. О, ты уже здесь с Зориным поговорила? Да, он ничего не знает, но судя по тому, как он начал вдруг спешить, я поняла, что он врет. Решил за ним проследить. Молодец, и что? Упустила, он успел проскочить на желтый. Ладно, Зинаида, я сам займусь. Включи, пожалуйста, камеру из квартиры Чижовых. К ним сейчас Стас должен прийти. Да, он здесь. А зачем он к ним поехал? Я попросил. Ну, хочется выяснить, что это за таинственный алкаш, которого так боится Чижова. Заявление в полицию я написал. Мы найдем ее. Спасибо, дорогой, что ты так любишь нашу девочку. Ларис Павловна, конечно, люблю. Люблю, и вы тоже теперь моя семья, так что если вам что-то понадобится, я с радостью. Стас, нам... Ничего не нужно. Спасибо. Вике с тобой очень повезло. Хорошо. Но вы, если что, звоните, не стесняйтесь. Я пойду. Да ты что, с ума сошел? Он нам сам помощь предлагал, Толя! Он нам никто, свадьбы не будет, ты смирись с этим. Толя, алкаш не отстал. Он еще ко мне приставил парня, чтобы за мной следить. Ты же сказал, что ты все уладил. Вот как ты уладил, Толя? Я сказал, что денег нет, и нифига он не получит. Его никто не будет слушать, он ничего не докажет. А если докажет? А вот если был еще свидетель? У меня идея есть. Толя, давай продадим нашу трешку. Давай продадим, купим двушку и закроем все вопросы. Толя, может быть, это выход, а? Ну, я прошу тебя, сходи к нему. Ну, Толечка, сходи. Хорошо. А это Петя так нарядился, что стал похож на алкаша. Да не думаю. Просто пуганая ворона куста боится. Алло, Петь, сейчас Чижов уйдет из дома и, судя по всему, пойдет к этому алкашу. Угу, давай. А ты куда собираешься?
Я нашла на сайте по продажам браслет, похожий на Вики. Отправила Соболеву, он сказал, похоже. Интересно, сколько таких браслетов в городе? Соболев сказал, это эксклюзив. Поэтому я договорилась о встрече с продавщицей. Отлично. Лена, какой браслет дорогущий? Где покупали? Подарили. Мне он не понравился. Я продаю. Берете? Вот эту девушку видите? Она в розыске. И это ее браслет. Вот что, один единственный? Это мой браслет. Мне его подарили. Лена, я помощница частного детектива. Мы ищем эту девушку и, возможно, ее убили. Если бы как-то нам могли... Убили? Забирайте. Я его нашла. Где? Возницкий переулок, там, возле промзоны. Я же не знала. О, ты? Скотина. Жену мою пугать решил, да? Ну что вообще? Что ты делаешь? Петр проследил за Анатолием Чижовым. Алексей Викторович, что-то не так? Да все не так. Дневник писал один человек, записку на холодильнике другой. Это два разных почерка. То есть вы считаете, что дневник писала не Вика? Ну, не нынешняя Вика точно. И Вику 2 не узнает Стас. И в дневнике Вики 1 нет ничего о Женьке Зорине. И Вика 2 беспрекословно слушается маму, а Вика 1, судя по ее дневнику, постоянно спорила с родителями. Что это значит? Есть одна идея. Так, директор детского дома номер 2, где воспитывался Женька Зорин, зовут? Зинаида. Зинаида Михайловна Носова. И я думаю, именно ее имела в виду мама Вики 2. И туда поехал Зорин. То есть вы считаете, что в трудную минуту Вика поехала к директору детдома, потому что... Да потому что она там воспитывалась и жил там вместе с ней Зорин. То, что тогда писал дневник? Я думаю, что у Чижова была дочь. Возможно, она умерла. И они из детдома взяли девочку. И дали то же самое имя Вика. И вот именно поэтому Вика 2 не узнает Стаса, а в дневнике Вики 1 нет ни слова о Женьке Зорине. То есть, исходя из этого, в исчезновении Вики 2 как-то замешано ее детдомовское прошлое? Может быть, но я думаю, здесь дело в другом. Чижов сказал алкашу, что денег тот не получит. Так может быть, этот алкаш похитил Вику, а может, ее убил. Ты выяснил, кто он такой? Да, Борис Юдин. С браслетом что? Вот. Его нашла Елена Паршина недалеко от промзоны. Значит так, мы с тобой сейчас к этому алкашу, а ты с браслетом к следователю. И пусть обыщут промзону с собаками. Юдин живет на Восточной улице, дом 6, квартира 156. Я опросил соседей, он... Живет один, не работает. 2 месяца как сохранил мать. Ее сбила машина. Водитель скрылся. Постой, постой. А может быть, Анатолий Чижов и есть тот самый водила, который скрылся с места происшествия? Юдин это видел, запомнил номер. И теперь требует деньги за молчание. Очень может быть. Да, Жень. Нет Вики у Зинаиды? Угу. Да мы уже догадались, что Вика из детдома. Да. Я понимаю, что просил не рассказывать. Угу. Молодец, что позвонил. Да мы едем тут одну версию проверить. Все, давай. Оказывается, Вика 2 раньше носила имя София Ложкина. Почему было сразу не сказать? Зачем скрывать-то? Детективы приехали к Борису Юдину. Стоять! Чего, кто такие? Стоять, спокойно! Тут что делать? Куда дел Вику?
Ты что думал, Чижова ради тебя последний продадут? Какую Вику? Какие Чижовы? Викина цепочка? Хотел на водку поменять или боялся, что тебя по ней вычислят? Я что-то не боюсь, что мне вспоминается? Мама моя цепочка. Сейчас вместе поедем в полицию. Держи. Да, Алис. Ага, все, понял. Вику нашли. Едешь с нами. Вперед! Да блин! Выжила тварь! Знаешь, что я сказал твоей доченьке, чтобы, что я попользую вместо молчания? Она согласилась, пришла сама, но папеньку не закрыли, а ее палкой забил, как скотину. Тихо, спокойно, спокойно. Он же этого и добивается, спокойно. Спокойно, он мозги еще не совсем пропел. Он телефон Вики увез на другой конец города. Если бы Вика не сбросила браслет, мы бы ее вообще не нашли. Я тут, солнышко, я здесь. Все будет хорошо, слышишь? Вика, девочка моя. Следователя не видели? Он там. Он за шестым ангаром. Сейчас там, где ее нашли, заваленную под мусором и под всякой грязью. Врач сказал, она два дня уже почти там пролежала, может не выжить. Я люблю ее больше жизни. Я не знаю, как быть. Спокойно, спокойно. Будем надеяться на лучшее. Предлагаю вечером встретиться в квартире Чижовых. Мне есть что рассказать. А сейчас, извините, должен идти. В общем, Стас, девушку, которую сейчас увезли в больницу, это не ваша подруга детства. В смысле? В смысле, Вика, которая дарила вам карандаши, погибла. Утонула, когда ей было 12 лет. Произошло это за границей. Лариса Павловна вернулась домой с урной с прахом. После этого семья Чижовых переехала из поселка в город. И удочерили девочку, очень похожую на Вику, которую зовут Соня. Так, ну а почему... Почему она мне ничего не рассказала? Нет, ну теперь становится понятно, почему она помнит только то, что в дневнике написано. Потому что Лариса Павловна ее попросила вспомнить и выучить то, что написано в дневнике. Зачем? Да все, деньги упирается. Да Анатолий Романович может нам, наверное, все рассказать. Да что уж, давайте сами, вы все знаете. Значит так, Анатолий Романович считает, что ему грозит уголовная ответственность, если он деньгами не заткнет рот шантажисту, мать которого он сбил на автомобиле. А Лариса Павловна очень серьезно рассчитывала на вашу материальную помощь. А Соня пыталась спасти меня другим способом. Соня вообще старалась заменить нам родную дочь. Ни знакомые, ни друзья не были в курсе нашей трагедии. Я не сразу, но я смог полюбить эту девочку. А Лара? А я не смогла. Брали ребенка, Соня как собака. У Вики было чувство собственного достоинства, а это не сыграть. Вот неужели вы, взрослые люди, вы не понимаете, что невозможно одного человека заменить другим? Соня выжила. Она поняла, что любит друга детства, Женю Зорина, и сказала об этом Стасу. Стас уехал в Москву. Анатолий Чижов и Борис Юдин под следствием. Пятый канал представляет.
Слав, это ты, что ли? Опять без звонка. Осторожно, девушка, куда вы так летите? Это я во всем виновата. Подождите, подождите. Что с вами случилось? Со мной ничего. А с бабушкой? Так а что случилось с бабушкой? Она в больнице в тяжелом состоянии. Ее чуть не убили. Ну а вы в чем виноваты? Это все из-за меня. Я позвала домой своего парня. Хотела его разыграть. А сама уехала к подруге. И теперь бабушка думает, что на нее напал Ярослав. Но он не виноват. Так, давайте сейчас попробуем успокоиться, да? И все по порядку мне расскажите. Как зовут? Алла. Почему вам рассказывать? Ну, потому что, возможно, я смогу помочь. Я частный детектив, меня зовут Алексей Викторович. Давайте спокойно обо всем мне расскажите. Да, конечно. Так, а бабушку как зовут? Елена Христофоровна. Понимаете, если бы бабушку просто ударили по голове, я бы еще могла подумать, что это Ярослав. Хотя нет, он все равно не мог, нет. Так а еще-то что случилось? У бабушки пропали золотые старинные украшения. Она собиралась их мне подарить на свадьбу, понимаете? На нашу с Ярославом свадьбу. Вот и получается, что ему незачем было нас, то есть бабушку, грабить. Ну да, понимаю. А что за история с розыгрышем? Да, это просто я хотела, чтобы Ярослав понял, что не все будет так, как он захочет. Он хороший парень. Он просто меру настойчивый. И что вы сделали? Позвала его к себе домой на ночь, а сама уехала к подруге ночевать. То есть вы позвали домой Ярослава, зная, что там будет бабушка. Что ж вы делаете-то? Она могла умереть, только увидев его. Посторонний мужчина в доме. Да в том-то и дело, что дома никого не должно было быть. Извините. Да. Ух ты, уже 11 часов, да, совсем забыл. Сейчас скоро буду. Знаете, у меня важная встреча. Давайте я вас сначала отвезу туда, куда вы скажете. Пойдемте. Мои родители работают за границей, а бабушка накануне уехала в дом отдыха. Но там, как назло, трубы прорвало, и ей пришлось вернуться. Так а что ж вы Ярослава не предупредили, что бабушка будет дома? Да я сама не знала. Я поздно вечером от подруги позвонила бабушке, она не отвечала. Потом позвонила в дом отдыха. Там сказали, что она уже давно уехала в город. Я, естественно, испугалась, примчалась домой и обнаружила ее с пробитой головой на кухне. Алло, Алексей Викторович, информация по нашей клиентке. Завьялова Алла Сергеевна, 20 лет, работает провизором. Подозреваемый Захаревич Ярослав Олегович, 23 года, программист, занимается спортом. В 7 классе в группе подростков угнал автомобиль, за что состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. С тех пор в криминале замечен не был. Ну что ж, после звонка помощницы детектив Насонов решил поговорить со следователем. Наши опера, конечно, там ищут у перекупов, но я думаю, это вряд ли. Наверняка он припрятал до лучших времен, да и не было у него времени, чтобы это все сбыть. А что с доказательством вины? Есть свидетели, которые видели, как он поднимался на балкон, затем через 5 минут спускался, это они тоже подтверждают. Но Ярослав достаточно часто бывал у Аллы и наверняка мог знать, что Елена Христофоровна Горская хранит свои драгоценности в банке с вареньем. То есть, по-вашему, Ярослав имитировал романтическое свидание и с букетом полез в квартиру к Алле, заранее зная, что ее там нет? Ну, конечно. Именно поэтому он и полез на балкон, чтобы совершить кражу. Просто потерпевшая в неподходящий момент вошла на кухню и застала его на месте преступления. Именно поэтому он и пошел на крайние меры. И решил убрать случайную свидетельницу. Ну, по счастью, Елена Христофоровна жива осталась. Поговорить-то с ней удалось? Пока нет, но врачу она сказала, что по голове ее ударил. Именно Ярослав. Да, вот еще одна важная деталь. Золотая сережка и что? Эта сережка обнаружена у Ярослава при обыске, в его сумке. Наверняка выпала из пакета.
Она из числа тех украденных драгоценностей. Я поговорить с ним могу? Да, конечно, если времени не жалко. Лиз, я опросил соседей, и одна соседка сказала, что видела, как Ярослав лез на балкон. Но полицию она вызывать не стала, говорит, знала, что это был ухажер Аллы. Каждый день к ней ходил. А у тебя что? Ну, я выяснила, откуда у нашей потерпевшей пенсионерки были такие ценности. Ее покойный муж был известный мостостроитель, доктор технических наук, лауреат государственной премии. Я не виноват. Елену Христофоровну я вообще не видел. Ты же не будешь отрицать, что было у нее в квартире? Не отрицаю. Алла сама меня позвала на ночь. А почему через балкон? Алла так попросила. Сказала, дверь на балконе будет открыта. Я пришел с вином, с цветами. Прошел на цыпочках в спальню, а там записка от Аллы. И что было написано в записке? Ярослав, я пошутила, прости. Буду завтра. Целую, Алла. Я еще это долго помнить буду. Так меня обломало. Я разозлился, швырнул букет на кровать, пошел обратно, спустился через балкон на улицу. Так, а где сейчас эта записка? Я ее там оставил, в спальне. Слышь, парень. Я вижу, тебе бутылку открыть надо. У меня инструмент имеется, держи. Давай. Бутылку вина я там на улице и выпил. Ну и мужика, конечно, того незнакомого угостил. Потом отправился домой, а на утро ко мне пришла полиция. Понимаешь, просто у тебя очень серьезная улика. При обыске в твоей сумке нашли золотую сережку. Я не понимаю, откуда эта сережка взялась в моей сумке. Я не виноват. Алло, здравствуйте, Алексей Викторович. Да, я поговорил с подругой Аллы, и она подтвердила, что в ту ночь, когда произошло преступление, она была у нее в гостях. Да, именно подруга посоветовала подшутить Алле над Ярославом. После звонка помощника Алексей Насонов приехал домой к клиентке. Думаете, Ярослав не мог обозлиться вот на эту вашу выходку и таким образом отомстить? Да нет, вы что, он же меня любит. Да и к тому же ни я, ни мои родители, ни тем более Ярослав не знали, где бабушка Лена прячет свое золото. А почему же Елена Христофоровна хранила свои драгоценности в банке с вареньем? Она у нас мастерица по варенью. Из чего она его только не варит. А иногда его даже есть невозможно. Как это горькое варенье из рябины. Она однажды угостила им всю семью. Накормила горьким вареньем? Да, мы все потом плевались от этой гадости. И ни у кого-то даже потом мысли не возникло его попробовать. Так она и простояла, нетронутой годами. А вот вы откуда узнали про бабушкин драгоценности? Она сама мне их показала в прошлом году. Я даже примеряла эти украшения. Они очень красивые и редкие. Это авторская работа. Бабушка обещала мне их подарить на свадьбу. А у бабушки они откуда? Это подарок от ее мужа. Вот он. Это мой дедушка. Он был намного старше моей бабушки и очень ее любил. А 40 лет назад он получил государственную премию и купил бабушке этот гарнитур. Программист Захаревич Ярослав Олегович подозревается в разбойном нападении на Горскую Елену Христофоровну, бабушку его невесты Аллы Завьяловой. Пенсионерку ударили по голове в ее собственном доме и забрали редкие и очень дорогие золотые украшения из ее тайника – банки с вареньем. Потерпевшая уверена, что преступление совершил новый жених ее внучки, но Алла не верит в виновность Ярослава и просит детективов найти настоящего преступника. Скажите, а Ярослав знал об этом свадебном подарке? Да, я ему рассказывала, хотелось похвалиться, но кроме родителей о золоте больше никто не знал. А вы вообще-то с Ярославом давно знакомы? Почти год. А 2 недели назад он сделал мне предложение, и мы подали заявление в ЗАГС. А почему же Елена Христофоровна так не взлюбила Ярослава? Да, это глупость какая-то. Ну, просто Ярослав страшно сладкоежка, и все время, когда ко мне приходил, все время таскал бабушкино варенье без спроса. Бабушка однажды это заметила и очень сильно разозлилась. Ну, теперь-то понятно, она за свой тайник переживала. Скажите, а за последнее время к вам никто посторонний не заходил? Нет, при мне никто. Да, Эдуард Григорьевич. Мне только что позвонили из больницы. А потерпевшая пришла в себя
и врач разрешил ей разговаривать. Ярослав мне сразу не понравился. Как сердце мое чувствовало, плохой он человек. Так оно и вышло. Убить меня хотел, золото украл. Ну, а вот чем именно Ярослав-то вам не нравился? Чересчур любопытный. Все старался тайком варенье съесть. Да мне не жалко. Только, ну, должно же быть уважение. Вот бывший жених Аллочки Антон. Совсем другое дело. А Антона-то вы тоже своим вареньем угощали? Ну, а как же? Он вишневое любил очень. Угу. Ага. Елена Христофоровна, скажите, а вот в последнее время к вам в гости никто не заходил? Ой, ой, что-то мне трудно. Трудно мне дышать. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ой, что-то мне... Давайте я врача плохо. Позову. Нет, я устала. Не надо. Вы идите. Идите. Ладно, ладно, вы поправляйтесь. Угу. Поговорив с потерпевшей, Насонов вновь договорился о встрече с Аллой. А когда вы последний раз видели Антона? Антона? А, вам, наверное, бабушка про него рассказывала. Он ей очень нравится. Но я его никогда не любила, и когда с Ярославом только познакомилась, сразу сказала Антону, что между нами все кончено. Но он все равно от меня не отстал, приезжал то домой, то на работу. А Ярослав как на это реагировал? Да как нормальный мужик. Сначала предупредил Антона, а после того, как он еще раз ко мне сунулся, накостылял ему хорошенько. Угу. А когда это случилось? Это около месяца назад. Но он все равно от меня не отстал. Угу. Так когда вы все-таки последний раз видели Антона? Сегодня он приходил. А до этого дня 3 или 4 назад я шла к подъезду и разговаривала по телефону с подругой. Мы как раз говорили про Ярослава, что надо остудить немного. Уж очень он напористый. А тут сзади Антон нарисовался, сзади меня стоял. Угу. А фотография Антона есть у вас? Я его противную физиономию отовсюду удалила. Зачем он мне? Но вы можете найти его фото в соцсетях. Его фамилия Селиверстов. Вот снимок Антона. Антон слышал разговор Аллы с подругой и знал, что она пригласит Ярослава к себе на ночь, сама уедет. Судя по фотографиям в сети, Антон среднего телосложения, как и Ярослав. А что, если наша потерпевшая сослепу их перепутала? Ярослав не только отбил Аллу Антона, но еще и избил его. И Антон, обиженный, решил им отомстить, ну, как мне кажется. Вот что, Петь, поезжай к дому клиентки и добудь запись камеры наблюдения подъезда, где находится ее квартира. Надо установить, кто входил и выходил из подъезда в период, когда совершено преступление. Да, Петь. Алексей Викторович? Я скачал видео с камер видеонаблюдения и вам его уже отправил. Да. Ну, к счастью, серверная оказалась в подвале дома и... Охранник был не слишком вредный. Молодец, оперативно сработал. Сейчас посмотрю. Молодой человек, помогите, пожалуйста. У меня кошка сбежала. Я думала, она во дворе, а ее там нет нигде. Значит, она на чердаке прячется. Мне ж туда не забраться. Найдите мою Мурку, у меня же нет никого, кроме нее. Конечно, помогу. Ну, пойдемте. Что у тебя? Алексей Викторович, мне тут пришлось залезть на чердак дома нашей клиентки. Да так, одна пенсионерка попросила ее кошку найти. И что? А то, что двери на чердак заперты, но на двух из них сломаны замки. Кроме того, там наверху отсутствуют перегородки между подъездами, так что можно легко попасть из одного подъезда в другой. А вот это уже интересно. Кстати, замки сломаны, интересно.
Один из них сломан со стороны чердака. Он выходит на подъезд нашей клиентки. А второй из них сломан со стороны лестничной клетки в соседнем подъезде. То есть, получается, злоумышленник вошел в пятый подъезд, поднялся на чердак, сломал там дверь, по чердаку дошел до четвертого подъезда и там уже спустился в подъезд нашей потерпевшей. Но это пока только догадки. Петь, надо доказательства искать. Да. Пойду, скачаю видео с камер наблюдения всех подъездов этого дома. Алексей Викторович, Петя прислал видео с камер наблюдения подъезда в дом нашей клиентки. Я все отсмотрела и распечатала снимки мужчин, которые входили и выходили из подъезда в нужное нам время. Снимки рассортировала по номерам подъездов. Но никого похожего на Антон здесь нет? Значит, Антон лично не принимал участие в преступлении, он действовал сообщником. А может быть, все гораздо проще? И Антон здесь вообще ни при чем, как я и предполагал. Подожди-ка. Мне кажется, что вот этого мужчину я где-то видел. Не могу вспомнить, где. Значит, это пятый подъезд. А квартира клиентки в каком подъезде? В четвертом. Найди, пожалуйста, мне кусок вот этого видео. Вот он заходит в подъезд. А вот он через полчаса выходит из подъезда. Я вспомнил, где я его видел. Это мой дедушка. Он был намного старше моей бабушки и очень ее любил. А 40 лет назад он получил государственную премию и купил бабушке этот гарнитур. Этот мужчина очень похож на покойного мужа Елены Христофоровны. Алло, Петя. Изымай все видео с подъезда нашей клиентки за 2 недели до преступления. Да, все. А, Ярослав говорил, что когда он выпрыгнул с балкона, распил бутылку вина с каким-то немолодым человеком. Ой, вы меня прямо на пороге поймали. Я собиралась в больницу к бабушке. Да я надолго вас не сдержу. А, посмотрите, пожалуйста, вот этот человек на снимке вам никого не напоминает? Ну, а откуда у вас снимок моего дедушки? Хотя, подождите, это не он, это дядя Тимур. Дядя Тимур? Да, правда, он здесь старше выглядит. Тимур – это сын моего дедушки от первого брака. Мой дедушка просто развелся со своей женой и женился на моей бабушке Лене. А когда вы последний раз видели дядю Тимура? Ну, лет 15 назад, когда дедушка умер. Но я его совсем не помню, я маленькая была. Мне мама о нем рассказывала. Дедушка поддерживал отношения со своим сыном, помогал ему. Я его вспомнила, потому что его фото видела в старых альбомах. А где сейчас дядя Тимур, не знаете? Нет, но мама рассказывала, что он приезжал на похороны дедушки, а после этого куда-то пропал и не появлялся. А откуда у вас этот снимок? Дело в том, что ваш дядя Тимур позавчера выходил из соседнего подъезда. И это было минут через 10 после того, как напали на Елену Христофоровну. А при чем здесь нападение на мою бабушку? Я пока тоже это не совсем понимаю. Алло, Эдуард Григорьевич, я хотел бы завтра утром поговорить с задержанным Ярославом Захаревичем. Это возможно? Угу. Все, отлично договорились. Ярослав, смотри внимательно. Это тот мужик, с которым ты пил? Да, вроде он. Ну, давай подробнее рассказывай. Я вышел на улицу, в сумке бутылка вина. Так муторно на душе. Захотел выпить, а открыть нечем. А тут мужик какой-то подошел. Нож предложил. С ним и выпили. Слушай, а ты рассказывал ему про свое неудавшееся свидание с Аллой? Ну да, рассказал. Я выпил. Захотелось с кем-то поделиться. Так обидно было. Ярослава Захаревича подозревают в разбойном нападении на Горскую Елену Христофоровну, бабушку его невесты Аллы Завьяловой. Злоумышленник поздним вечером проник в квартиру пенсионерки и ударил ее по голове, а затем забрал редкие золотые украшения из тайника потерпевшей банки с вареньем. Елена Христофоровна уверена, что стала жертвой Ярослава, наглого жениха ее внучки. В ходе расследования у детектива Алексея Насонова и его помощников появляется другая версия произошедшего. Так узнаете вы этого человека или нет?
Елена Христофоровна, вы поймите, у нас очень мало времени. Вы же не хотите, чтобы ваша единственная внучка осталась без приданного? Хорошо. Я вам все расскажу. Неделю назад я была в парке. Позвонила моя подруга. Ну, ля-ля-ля-ля, мы разговорились. Так я и пришла домой. А тут спохватилась, что сумочку-то я там, в парке на скамеечке, забыла. А в сумочке-то паспорт. Ну, я, конечно, расстроилась очень. Буквально не знала даже, что делать. А тут где-то, ну, через пару часов вот он пришел и принес мне сумочку. Я вам так благодарна. Огромное вам спасибо. Вот, вот, возьмите. Тетя Лен, а вы меня не узнали, что ли? Я Тимур, сын вашего покойного мужа Владимира. Мы с вами последний раз на похоронах отца виделись. Это судьба, что я ваш паспорт нашел. Тимур, боже мой, я сослепу-то и не узнала. Тимур, присаживайся давай. Присаживайся. Ну, давай, рассказывай. Как ты? Что ты? Где ты? Да, что рассказывать? Моя история невеселая. Отсидел срок за кражу. Своей семьей не обзавелся. На стройках работаю. Сейчас вот в Заречном районе большой дом строим. Я там на стройке и живу в подсобке. И работаю днем строителем, а вечером сторожем. Ну, а вас что новенького? Так, а что новенького-то? К свадьбе готовимся. Внучка замуж собралась. Ах, какой у нее жених был! Ну что ж, бросила она его. Другого нашла. Ярославом зовут. Вся вина моя в том, что молодая я была, красивая. Понравилась я одному очень большому начальнику. Он из-за меня семью бросил. Не желая того, я людские судьбы погубила. Скажите, а вы Тимура своим вареньем угощали? Конечно. Я же очень обрадовалась. А горькое варенье доставали? Да, я же очень волновалась. А потом я плохо вижу и банки-то все выставила. Ну, а потом горькое варенье я убрала. Алексей Викторович, я показал фото Тимура прорабу в стройке, которая строит дом в Зареченском районе. Да, он его узнал, сказал, где найти. Он работает каменщиком на этой же стройке и живет в подсобке. Да, адрес я вам сейчас вышлю. Что у тебя? Поговорила с бригадиром. Тот сказал, что Тимур вчера неожиданно уволился, получил расчет, и где он сейчас, бригадир не знает. Но я узнала, с кем близко общался Тимур, поговорила с его приятелем Василием. Он, кстати, тут каменщиком работает. Так что, Василий? Он сказал, что Тимур сегодня уезжает. Куда точно он не знает, но поезд в 1:30. Значит, надо торопиться. Позвони Петьку, пусть на вокзал приезжает. Тимур Владимирович Горский? Да, что такое? Вы кто такой? Я спешу на поезд опаздывать.
Да вы не волнуйтесь, мы все успеем. Я частный детектив, моя фамилия Насонов. Нам надо с вами поговорить. Давайте поговорим. Пусти, гад, больно! Значит так, Тимур Владимирович, у вас сейчас есть возможность чистосердечно во всем признаться и добровольно выдать похищенные украшения. Какие еще украшения? Я ничего не знаю. И я думаю, что Елена Христофоровна вас простит. Ну, если, конечно, вы у нее попросите прощения. Да это она у меня должна прощения просить. И золото это плата за мое украденное детство. Вся жизнь наперекосяк. Ну вот, легче всего валить на кого-то другого. В любом случае, у нас очень мало времени, так что решайтесь. Надо же. И тут мне не повезло. Да в куртке золото под подкладкой. Скажите, а неужели вы не знали адрес Елены Христофоровны? Да не знал я. Меня в детстве покойный отец с собой за город на дачу брал. А на квартире в городе я никогда у них не был. А тут, надо же, случайно в парке паспорт нашел. И глазам своим не поверил. Это же она, тетя Лена, моя обидчица. Это она у меня детство отобрала. Понятые, прошу обратить внимание. В вашем присутствии достаю пакет с драгоценностями. Это хорошо, что вы добровольно решили сдать похищенное и написали явку с повинной. Тимур Владимирович, а откуда вы узнали, что Елена Христофоровна хранит свои ценности в банке с горьким вареньем? Хоть это было и более 40 лет назад, но я ясно помню, когда мой отец подарил своей Елене этот гарнитур, а на следующий день на даче случился пожар. Так и что произошло? Да тетя Лена сразу бросилась к шкафу, достала из него эту банку со своим горьким вареньем. Я хоть и пацаненком был, а смекнул сразу, что банка эта непростая. Потом, когда уже на хату ей паспорт принес, тоже мне пришлось вспомнить про это горькое варенье. Тетя Лена хоть и прожила жизнь профессорской женой, а привычки у нее так и остались деревенские. Угу. Тогда у вас и созрел план украсть золото. Ну да. Да я просто понял, что больше мне такой шанс не перепадет. А потом тетя Лена похвалилась, говорит, я в дом отдыха уеду на 3 дня. Но я думаю, вот это фарт. Грех такой удачей не воспользоваться. Хорошо, в квартиру вы как попали? Да как все, через дверь. Я еще, когда выходил из квартиры, заметил там в прихожей связку ключей. Ну, на обратном пути забрал их. А сломанная дверь на чердак – ваша работа? Моя. Да я сразу скумекал, что надо через соседний подъезд, через чердак заходить, чтобы на видеокамеры не попасть. Когда в квартиру попал, золото взял, тут вдруг тетя Лена нарисовалась. Ну, я ее... Хотя хорошо, что она живая осталась. Ясно, хорошо. Обратно вы вышли так же. Через чердак, через соседний подъезд. Потом что было? Ну, вышел во двор. Глядя там, какой-то парень мается с бутылкой вина. Ну, я ему предложил свой нож со штопором. Он мне говорит, мол, давай выпьем. Я не стал отказываться. Так мы с ним и познакомились. Это и был Ярослав. Ну, да. Рассказал мне свою историю о несостоявшемся свидании. Ну, я понял, что можно его использовать. Подбросил ему в сумку золотую сережку. Да судьба сама мне во всем подыграла.
Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Следователь вам обещал вернуть украшение еще до свадьбы. А я с Еленой Христофорной помирился. Ее скоро выпишут. Алексей Викторович, это вам. Бабушка Лена в знак благодарности велела вам передать это варенье. Надеюсь, это-то не горькое? Суд учел смягчающие вину обстоятельства, и Тимур Горский получил 5 лет колонии. Ярослав и Алла поженились. Пятый канал представляет. Да, да, как только Игорь Петровичу будет известен результат, он вам обязательно перезвонит. Да, всего доброго, не за что. Вот только не говори, что у тебя шея болит. Да, меня продуло. Так больно, я полночи не спала. Значит, из наружного наблюдения ты у нас выпадаешь. Она что, новый клиент? Ну, вообще-то да. Игорь Петрович поехал к нему с утра. Спасибо. Станислав Осипович, значит, вы утверждаете, что пропала ваша знакомая? Ну, что значит пропала? Давайте я вам расскажу все с самого начала, чтобы было понятнее. Ну что ж, сначала всегда лучше. Я вдовец. Дочь и сын разъехались, у них свои семьи. Ну, вот я решил с кем-нибудь познакомиться. Отправился на вечер танцев «Кому за 40». А вы хорошо танцуете. Да ну что, ты как медведь. Ну и сел у стеночки. А, как раз рядом с Изольдой. Она сказала, что тоже танцевать не умеет, поэтому стесняется. Ну, в общем, так познакомились. Так, а давно это было? Ну, 1.5 года назад. И сначала все шло очень хорошо. Я даже собирался сделать Изольде предложение, купил кольцо. И вдруг она стала меня избегать. Перестала отвечать на телефонные звонки, домой не приглашала. Я хотел встретить ее у работы, она не стала со мной разговаривать и убежала. Действительно, ситуация странная. А от нас вы чего хотите? Чтобы мы выяснили, почему Изольда изменила к вам свои отношения? Понимаете, мне кажется, что Изольда попала в беду, а меня просить о помощи не хочет. Вот я и хотел бы, чтобы вы выяснили, в чем дело. Понимаете, мне очень дорога эта женщина. Ну, в общем-то, непонятно ваше опасение. Это она? Изольда Владимировна Чижец, 47 лет. Одинокая вдова, ни родственников, ни детей. Слушай, одинокая женщина в таком возрасте и еще в придачу с собственной жилплощадью, мне кажется, это, ну, лакомый кусочек для аферистов. Не угадал. Здесь Изольда снимает квартиру, а прописана она в другом городе. А к нам приехала из-за работы? Наверное. Работает бухгалтером в химчистке. Сейчас в отпуске.
Доброе утро. Доброе. Я смотрю, уже в работу включились. Молодцы. Игорь Петрович, Аня ничего не может, у нее болит шея. Слушай, может, тебе домой тогда отлежаться, а? Нет, Игорь Петрович, прошу, столько не домой. Ну, смотри. Дим, поехали с тобой, навестим Изольду. А ты давай как-то, ну, лечись, что ли. Спасибо, Игорь Петрович. Фу. Что же за непруха-то такая? Этаж седьмой, лифт не работает. Звоним. Интересно, Изольда дома нет или она никому открывать не хочет? А вы, собственно говоря, кому? Здравствуйте. А вы не подскажете, Изольда Владимировна дома? Нет, я ее на улице видел, в магазин шла. А что? Дело в том, что я частный детектив, и это мой помощник. А мы не могли бы вам задать несколько вопросов? Она что-то натворила? Я готов вам рассказать, только не здесь, понимаете? Дело в некотором роде очень секретное. Если честно, я первый раз вижу настоящих частных детективов. Ну ничего, все когда-нибудь в первый раз случается. Заходите. Сосед Изольды, Аркадий, согласился уделить детективам свое время. Располагайтесь. Аркадий, скажите, а вот Изольда Владимировна, она давно здесь квартиру снимает? Да, чуть меньше года. Я ей сам помогал вещи таскать в квартиру. Так и познакомились с ней, разговорились. Ну, как она вам показалась? Да, тетка как тетка. А вы ничего странного, ну, в последнее время не замечали за ее поведением? Может быть, она была чем-то беспокойна или встревожена? Да, не сказал бы, наоборот, мечтательная такая ходит, улыбается не в попад. Это, наверное, потому, что она внука нянчит. Внука? Или внучку. Слышите? Ребенок плачет. Это у нее. О, замолчал. Это она, видимо, домой вернулась. А когда у нее внук появился? Ну, или внучка? Да, недавно совсем. Я думаю, неделю назад. Нет, извините, вру. Меньше недели, где-то дня 3-4. Вот что, Аркадий, можно вас попросить об одном одолжении? Угу. Поскольку детектив Игорь Лукин не без основания опасался, что Изольда может не открыть дверь посторонним людям, Аркадий охотно согласился помочь детективам в этом вопросе. Изольда Владимировна, откройте! Это Аркадий, ваш сосед. Изольда Владимировна! Изольда Владимировна, мы из частного сыскного агентства. Вы уж ради бога, Аркадий, извините за нашу просьбу. Дело в том, что нам необходимо задать вам несколько вопросов. Нашли. Так быстро. Забрать моего малыша? Почему вы так решили? Ребенка мне подбросили. Я нашла его в корзине на пороге моей квартиры. Там еще была записка. Вот. Твой? Вот и возись с ним. Изольда Владимировна, а вы в полицию сообщили? К детективам обращается Станислав Загорский. Его близкая подруга Изольда ни с того ни с сего вдруг стала избегать встреч с ним. Станислав предполагает, что с Изольдой произошла беда, и просит узнать, что же с ней случилось. Детективы выясняют, что к дверям квартиры, которую снимает Изольда, на днях подбросили корзину с младенцем. В полицию сообщили?
Понятно. А подкидыша нужно немедленно сообщить в полицию. Понимаете? Ну, хотите, я это сделаю? Куда он попадет? В приют? В дом малютки? Это Божье провидение. Это мой второй шанс. Была у меня история в юности. Забеременела. Отец ребенка сбежал и обидел сильно. Так сильно, что... И родилась девочка. Я отказалась от нее, дура. Теперь живу с этим. А тут прихожу домой. Изольда Владимировна, ваш друг Станислав Осипович очень волнуется за вас. Ну, может, вы хотя бы ему расскажете, что с вами случилось? Не до него. И зачем ему одинокая тетка с ребенком? Да не можете вы оставить себе ребенка, понимаете? Вот сейчас вы находитесь в отпуске, так? Да, откуда вы знаете? А потом вам придется выйти на работу, в свою химчистку. Ну, вы же одинокая женщина. Вам об усыновлении даже мечтать не приходится. Я все понимаю. Ну тогда найдите маму ребенка. Она наверняка такая же молодая соплюшка, как я в свое время. Я поговорю с ней, я объясню ей, что она совершает самую страшную ошибку в своей жизни. Это, конечно, похвально, но... Игорь Петрович, ну давайте найдем уже эту непутевую мамашу. Один день нам погода не сделает. Умоляю. Кормлю ребенка по часам, он здоров, я пеленки глажу с двух сторон. Ну пусть ребенок побудет со мной еще один день. Ну хотите, я на колени встану? Да прекратите, ну что вы делаете? Ну двое на одного — это нечестно. Ну хорошо. Хорошо, один день и не больше. Вы хозяев квартиры хорошо знаете? Нет. Хозяйка моего возраста примерно. Я ее один раз видела. Когда договор подписывали, деньги я на карту перевожу. Вы спросите у Аркадия, он лучше знает. Ну, пойдем к Аркадию. Алло, Игорь Петрович, ну, я проверила сводки по городу и области. Никто о пропаже младенца не заявлял. Не знаю, может быть, его подкинула сама мать, и это мать-одиночка? Ну, может, мать, а может, и не мать. Ань, продолжай мониторить. Аркадий, а что вы можете рассказать о хозяевах квартиры? Да, обычная семья, мать, отец, дочь, сын. У них фамилии запоминающиеся, Черноус. А сыну сколько лет? Матвею лет 20, может быть, чуть больше. Он в однушке живет, бабкины в центре. А родители с младшей дочерью, они за городом живут, у них там дом. А эту квартиру они сдают. Я считаю, что это неплохая прибавка к пенсии. Ну да. Ну что ж, Аркадий, спасибо, вы нам очень помогли. Да всего доброго. Что. Всего доброго. Алло, Игорь Петрович. Ну, я, кажется, нашла адрес квартиры, где проживает Матвей Черноус. Ну, по крайней мере, оформлена она на него. Улица Оранжерейная, дом 15, квартира 93. Думаете, отец Матвей Черноус? Ну, а почему нет? Возраст подходящий. Ну, тогда выходит, что ребенка подбросила ему сама мать. Вот смотри, система видеонаблюдения. Если нам повезет, мы увидим, кто принес сюда ребенка. Ну, если, конечно, она рабочая. Я этим занимаюсь? Ну, будь любезен. Дату, когда все произошло, уточни у Изольды Владимировны. А к Матвею я один съезжу.
Матвей Черноус был крайне удивлен визитом к нему частного детектива. Спасибо. Но, тем не менее, согласился так побеседовать с Игорем Лукиным. Матвей, у меня к вам очень деликатное дело. А... Матвеечек, ну это надолго? Да, не знаю. Вы меня, конечно, извините. Но у меня к Матвею очень деликатный разговор, который просто не терпит присутствия посторонних. Так я не посторонняя. Я его невеста, а через две недели жена. Так что говорите, я тоже послушаю, да? Да, у меня от Анжелы секретов нет. Хорошо, как скажете. Матвей, как звали девушку, с которой вы примерно год назад встречались? Так это я вам сама очень легко скажу. Он со мной встречался, а меня зовут Анжела. Матвей, дело очень серьезное. Речь идет о жизни ребенка. Мы полагаем, что вы отец этого ребенка. Что? Какого ребенка? Какой отец? Да я ни с кем. Что ты ни с кем? А ну-ка рассказывай, давай все сейчас же, выкладывай. Мне Алименчик нафиг не сдался. Игорь Петрович счел нужным установить скрытую камеру в квартире Матвея, поскольку поведение парня показалось ему подозрительным. Что ты смотришь? Говори давай все. Уходите, видите, что вы натворили. Я предупреждал. Личный разговор. Ну-ка говори, сволочь, быстро все. Я провожу. Перепихнулся с ней пару раз. Так, чтобы от меня отстало. Обалдеть! А то, что ты тогда уже со мной встречался, это тебе по боку было? Анжел, я только тебя люблю. Убери руки, меня он любит. Ты любишь место в фирме, которое обещал тебе мой отец. И мою машину ты любишь. И три раза в год на море, конечно же, ты тоже любишь. А теперь ты папочка, я тебя поздравляю. И знаешь что, забудь о радостях жизни. Да это не мой ребенок. Я Лиску почти год не видел. Слушай, заткнись, а. И знаешь что, папаша, свадьбы у нас с тобой никакой не будет. Глупышка, ты что? Поверила хрен знает кому? Пришел какой-то левый чувак, толком ничего не сказал. А ты что, сразу обижаться? Конечно, я не обиделась. Я просто сопоставила события. И знаешь что? Меня тошнит от твоей лживой и наглой физиономии. Анжел, постой! Ань, вручай, на тебя вся надежда. Я, конечно, понимаю, у тебя шея, но мне без тебя не обойтись. А что случилось-то? А где Дима? Дима пытается получить копию видеозаписи с камеры наблюдения над подъездом Изольды, но это не главное. Нам важно успеть перехватить Анжелу. Это бывшая невеста Матвея. А, уже бывшая? А кто такой Матвей? Ну, Матвей, похоже, и есть отец младенца. Только он все эти отрицать будет. Из-за всей этой истории у него сейчас свадьба расстроилась. Понятно, и помогать в поисках матери малыша он нам не станет. Да какое там? Единственное, что я понял из его разговора с Анжелой, то, что девушку звали Лиза, она воспитывалась в детском доме и довольно недурна собой. Игорь Петрович, я не понимаю, с чего вы взяли, что это Анжела будет со мной разговаривать? Анжела сейчас пакует чемоданы и собирается съехать от Матвея. У нее все внутри клокочет. В таком состоянии женщине просто необходимо кому-то излить свою душу. Я думаю, ты для этого очень подходишь. Справишься? Конечно, я справлюсь. Ну что делать? Шея разговором не помеха. Ну, тогда поехали, поехали. Угу. Кажется, успели. Вон она. Ну что, Аня, твой выход? Ну, я пошла. Ой, извините. У вас столько вещей. Хотите, я вам помогу? Да.
Возьмите, пожалуйста, вот это. Угу. В отпуск собираетесь? В отпуск. Еще в какой отпуск? От жениха ушла, козел. Ух ты. А что, так изменил? Изменил. Какой-то девке ребенка сделал, понимаешь? Ой, я вас так понимаю. Я со своим козлом год назад рассталась. И главное, прикинь, я ему все, и место под солнцем, и в отцовской фирме работу нашла. А он с какой-то детдомовкой кувыркается, гад, а? Да ладно. Слушай, а ты ее видела? Еще как видела. Я, главное, еще тогда подумала, что-то не то здесь. А он мне говорит, мол, это подружка сестры, я ей город показываю. Бред какой, а? Кошмар. Так она еще из провинции? Из Ананьевска приперлась. Там бы и оставалась лучше. Ой, хочешь совет? Забей. Правда. Ты вон какая красивая, как с обложки. У тебя все будет хорошо. Да? Да. Ну да. Че? Я Анжела Митиченко и какая-то Лиска Горохова. Ага, ну пошли они, правильно? Да? Правильно. Ладно, спасибо. Ну, счастливо. До свидания. Детективом обращается Станислав Загорский. Его подруга Изольда вдруг стала избегать встреч с ним. Станислав предполагает, что с Изольдой произошла беда. Детективы выясняют, что к дверям квартиры Изольды на днях подбросили корзину с младенцем. Теперь все силы детективов сосредоточены на поиске родителей ребенка. Да, женщина в гневе – это страшное дело. Не дай бог ей под руку попасться. Ну, главное, Анжела сказала. Девушку зовут Елизавета Горохова, и она из Ананьевска. Молодец. Осталось разыскать эту Лизу и выяснить, что же там произошло. Но почему вдруг она решила отказаться от ребенка и подбросить его отцу? Почему раньше этого не сделала? В роддоме? Ну да, вообще логично. Ой. Ой, Дим звонит. Да, Дим. Да, хорошо, я поняла, едем. Что там? Дима говорит, есть записи с камеры видеонаблюдения над подъездом Изольды. И ждет нас, чтобы посмотреть. Ну, не будем терять времени, поехали. Поехали. Я нашел интересующий нас отрывок записи. Ну, давай посмотрим. Так. Клиент звонит. Да, слушаю вас, Станислав Васильевич. Ну, конечно, мы занимаемся вашим делом. А Изольда Владимировна, что с ней? Все в порядке? А давайте не по телефону. Я к вам приеду, скажем, минут через 40. И все объясню. Договорились. Ну, показывай. Очень интересно. Только этот мужчина ребенку скорее дедом приходится. Я не знаю, или прадедом. Но откуда этому деду взяться, если Лиза выросла в детдоме? Я не знаю. Значит, вы вот что. Выясните все про Лизу Горохову. Где она сейчас и что с ней? А я пойду к клиенту успокою. Детектив Лукин рассказал Станиславу о том, что сейчас происходит в жизни его близкой подруги Изольды Владимировны. Ну, я не знаю. Ну, неужели она могла подумать, что я, ну, стану осуждать ее, что ли? Да нет. Просто этот ребенок для Изольды связан с болезненным воспоминанием, с ошибкой, совершенной ею в молодости. Но она была глупой девчонкой. Юной глупой девчонкой. Нет, я должен к ней ехать. Обязательно. Но не сейчас. Позвольте совет. Я слушаю. Не нужно на нее давить. Вы поймите, для Изольды сейчас главное – это благополучие малыша. А вот ее личная жизнь как бы автоматом отошла на второй план. То есть я для нее теперь уже не важен? Нет, просто ей сейчас немножечко не до вас.
Изольда почувствовала себя матерью, понимаете? Но она прекрасно понимает, что дело движется к логическому финалу. Ну и что же мне теперь делать? Ждать? У этой Лизы Гороховой есть свое жилье. Но только прописано там двое. Она и некий Игнат Фомич Горохов, 68 лет. Скорее всего, это и есть тот самый мужик, который принес ребенка. Может быть. Вообще, это как-то все очень странно. У Лизы есть родной дед. Почему она тогда воспитывалась в детдоме? Почему он не взял ее к себе? Ну что, что-нибудь про Лизу выяснили? Да, мы нашли адрес в Ананьевске, где прописана Лиза. Ну и хорошо, поехали. Детективы приехали в Ананьевск, чтобы навестить Елизавету Горохову, предполагаемую мать подкидыша. Я же в больницу попала с аппендицитом. Меня только сегодня выписали. Возвращаюсь, а Никиты нет. И этот еще молчит. Я уже думала в полицию идти. А вот дедушка ваш малыша отвез к отцу. К Матвею? Господи, это еще хуже, чем оставить на вокзале. Что с ним? Лиза, успокойтесь. Ваш малыш в хороших руках. Вы скоро его увидите. Лиза, вы собираетесь? Поедем за вашим малышом. Нечего соплякой здесь делать. Мало мне было Лизки на горбу. Ну, положим, Лизу государство воспитало. А что касается квартиры, то Лиза и ее сын имеют на нее все права. Это моя квартира! Это я тут хозяин, а эти довески! Вот что! Хотите проблем с полицией, я вам устрою. Похищение младенца – раз. Оставление малыша в опасности – два. Сядете, Игнат Фомич, сядете! И надолго. А вы меня не пугайте. А я и не пугаю, была нужда. Я просто попрошу участкового почаще вас навещать. Так что... Будьте осторожны. Пошли. Из Ананьевска детективы вместе с Лизой Гороховой сразу же направились к Изольде Владимировне. Спасибо большое за все. Господи, как представлю, что навсегда могла потерять Никитку из этого старого маразматика. Его Никитой зовут. А я Санькой звала. Такой милый, так причмокивает во сне. Простите, что все так получилось. Но пока я лежала в больнице, перерыв мои вещи, нашел записку с этим адресом. Я сюда как-то раз приезжала к Матвею, пока никого не было дома. Да, только дед ваш не знал, что хозяева давно съехали отсюда, а квартира сдается. И ведь молчал. Я ему с больницы звоню, спрашиваю, как там Никитка, все ли в порядке, сходил ли он на молочную кухню. О, нормально, мол, не волнуйся. Какая дикость. Ничего. Собственного правнука из дома вывезти. Больше у него этот номер не пройдет. Я ведь не ждивинка какая-нибудь. Я шью хорошо, на заказ работаю. Ничего, с голода не пропадем, и Никитку вытащу. Не пропадут, ребята, вижу. Ой-ой-ой. Ой, Дим. Ну что, легче? Да. Спасибо. Не за что. Какой-то грустный у нас в этот раз дело получилось. Ну, не знаю. Мне все нравится. Все живы, здоровы. Минус одна свадьба. Да ну и что? Он жил себе, другого жениха найдет. А этому, как ему, Матвею? Матвею так и надо. Ну, а как же наш клиент?
Дим, я тебя умоляю, придет Игорь Петрович и все нам расскажет. Будем ждать шефа. Станислав дождался, пока малыша увезут, и только потом отправился с визитом к Изольде. Зачем я тебе такая нужна? Всю жизнь свою под откос пустила. Дочка моя, где ты без меня выросла? Ну, тихо, лапочка, тихо. Если ты хочешь найти свою дочь, то, я думаю, нам есть к кому обратиться. Да, но я сразу предупреждаю, что дело это сложное. Ну, столько лет прошло. Но все возможно. Ну, вот видишь. После того, что я сотворила, я недостойна счастья. А вот теперь послушай, что я тебе скажу. Ты умная и замечательная женщина. И все, что было, осталось в прошлом. А мне от тебя нужно только будущее. Наше будущее. И ты не презираешь меня? Ну какая же ты глупенькая. Вот в присутствии свидетеля торжественно разрешаю тебе дать мне по лбу, если тебе только покажется, что я как-то не так на тебя посмотрел или не то сказал. А если вы всерьез решите разыскать свою дочь, обращайтесь. Сделаем все возможное. Все будет хорошо. Станислав и Изольда поженились. Детективы помогли Изольде отыскать дочь, которая нашла в себе силы простить мать и даже присутствовала на ее свадьбе.